71 год. Сейчас скажу. Жила я в Иванове. Работала в яслях. Вот. А потом переехали в 82 году вот сюда на север жить. Уже вот столько лет живем на севере. Ладно. Хорошо жили. Так-то, в принципе, достаток был. Зарабатывали. Ну, по тем годам нормальные деньги получали. Было очень много ансамблей, приезжали с Ленинград, тогда еще Ленинград был. На Бенбенцианова ходили. Один раз ходили, понравилось, второй раз пошли. Еще чем занимались? Турпоходы ходили, на рыбалку. Кировские, в РСУ работали, в нашем городском. Вообще-то по капремонту шли. Вот школы ремонтировали, садики городские. Тогда было, сейчас все. Школу ремонтировали раз в год. Почти все школы шли, если не капремонт, то косметический ремонт. Так что и работа была, и все было. Я жила в Казахстане, как бы сказать, город Джамбул. 6 лет маленькая я еще совсем была ребенком. Сестренке у меня год только исполнился. Вот такие мы еще были маленькие.